Друзья, это видео является особенным, так как это спешл на 10 тысяч подписчиков. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что там будет конкурс на вот этот наборчик. Погнали! Всем привет, дорогие подписчики, это канал Bakugan Interspace. Сегодня у нас на обзорчик будет вот такой вот Bakugear Pack с новыми Бакуганами второго сезона. Но прежде чем этот видосик начнется, поставьте лайк, друзья. Прямо сейчас поставьте лайк на это видео. Поставили, подписались, а теперь начинаем. Кстати, если мы соберем 1000 лайков на этом ролике, я выпущу обзор на Хаос Пегатрикс Ультра второго сезона с броней. Так что, друзья, обязательно ставьте лайк. Итак, давайте посмотрим коробочку. На коробке мы видим изображение главных ультрабакуганов этого комплекта. Сама коробочка, как видите, также изменилась. Углы стали срезанными. И вместо третьего core Бакугана мы видим Bakugear. Также у нас тут нарисован сам Бакуган эксклюзивный с эксклюзивным Бакугиром, как тут сказано. Также в наборе 8 карт, но это издание американское, и 8 Бакукоров. Так, тут мы видим также название Бакуганов: Нилюс Ультра Аквас и Хидрос Ультра Даркус. Сзади, друзья, у нас представлена вся информация о внутренних бакуганах. Пегатрикс, Ферал, Хидрос, Нилиус. Вот их уровни сложности. У Нилиуса второй, а у Хидроса первый. Далее, карточки и бакукоры. Как открывается бакуган Ультра и как на него ставить Bakugear. Другие продукты. Реклама приложения. Так, куча эксклюзивных бакугиров для коллекции. Тут у нас еще один Нилиус с броней. Перенеси свое сражение на новый уровень. И вот такая вот коробочка. Bakugear Pack называется. Мне нравится новый дизайн. Такс. Ну, вроде бы мы тут все посмотрели. Открывается она, кстати, тоже по-новому. Для этого нужно открыть вот тут вот. Снизу. Так. Вот так вот открываем. И по бокам. Вот эти вот штучки. Я там уже скотч отрезал. И давайте доставать наш наборчик. Итак. Вот это вот мы откладываем, естественно, в сторону. Нам это вообще не понадобится. Разве что на полочку поставить. А внутри мы видим вот такой вот комплектик. Вот эта пластиковая упаковочка и сзади вот такой вот рисунок. Друзья, мне кажется, это прикольно, как коробочка для бакуганов, или можно даже как фон использовать для фоток. Ну, как хотите в целом. Давайте приступим к нашим бакуганам. Тут мы сразу видим всех бакуганов и карты, которые скрывались под упаковкой. Конечно же, мы начнем с этого, а продолжим с бакуганами. Итак, посмотрим карточки. И что у нас тут вообще есть? Так, я это достаю, друзья. Во-первых, конечно же, это бакукоры. Зеленый кулак. Плюс 150 би, плюс 2 атаки. Магический щит. Плюс 600 би. Так, щит. Плюс 200 би, минус 2 энергии стоимости бакугира. Огненный кулак. Плюс 150 би, плюс 4 атаки. Кулак. Плюс 3 атаки, минус 1 стоимость бакугира. ДНК, плюс 300 би, плюс 3 атаки. Еще один кулак. Плюс 100 би, плюс 1 атака и минус 1 энергия. И плюс 500 би и минус 1 энергия к стоимости бакугира. Вот такие вот бакукорчики. Далее у нас правила игры новые. Обзор на них я выпущу в скором времени. Далее инструкция сборки Хидроса и Нилиуса для ультрабакуганов. А также там внутри список бакуганов. Так, карточки. Тут у нас все карты способности. Это бакугиры, кстати говоря. Во-первых, супер редкая вот такая вот Аква Грифс. Плюс 4 морозной атаки, плюс 200 би, плюс 4 атаки за 5 энергии. Так, далее. Дарк Деггерс за 4 энергии, плюс 200 би, плюс 5 атаки. Пайру Кэнон за 2 энергии, плюс 100 би, плюс 2 атаки. И Ventus Smashers за 2 энергии, плюс 200 би и 0 атаки. Далее, карты персонажей. Нилиус Ультра. 500 би, 3 атаки.
Hydras Ultra 600B4 атаки, Pegatrix Pyrus обычный 400B и одна атака, также двойная атака. Feral Вентуса 500B и 5 атаки. Ну и вот все карточки. Давайте перейдем теперь к нашим бакуганам. А начнем мы, конечно же, с этих кор. Начну я, естественно, с Pyrus Pegatrix. Вот ее карточка. 400B и одна атака, а также двойная атака. Вот такая вот картиночка крутая. Так, сам шар выглядит таким вот образом. Мы видим логотип паруса, атрибут так называемый. Далее, вот такая вот обычная сферочка. Прикольный дизайн, в принципе. Довольно ровная. Правда, очень много пружин тут торчит, по-моему. И мне кажется, от этого может открываться бакуганы, если лежат рядом. Также стрелочка зелененькая. Код официальности бакугана. Ну и в общем-то все. Давайте откроем. Вот мы открыли Pegatrix Pyrus, и вот так вот она выглядит. У нее очень крутой дизайн в качестве кор бакугана. Мне кажется, он сходит даже за ультра. Мне нравится, как вот так вот длинно выглядит ее тело. Очень прикольный зеленый рог. Да и в целом круто вот смотрится значок стихии прямо спереди бакугана. Вот такой вот красивый бакуган. Кстати говоря, внутри вот тут вот мы видим отверстие для бакугира. Давайте сейчас их вставим сюда. И вот Pegatrix с пушками, друзья, выглядит очень эпично. Мне нравится, что теперь вот можно их вставлять в такие вот отверстия. Также еще одно есть на голове, если хотите сюда вставить. Вот таким вот образом. В общем, прикольный бакуган, идем дальше. Следующий на очереди это Вентус Feral. Напоминаю, у него 500B, а также 5 атаки. Вот такой вот крутой арт. Так. Вот, он рушит машину, как вы видите. В форме сфера. Этот бакуган максимально крутой. Мне он прям очень нравится. Вот это его разнообразие цветов. Золотой цвет на... По-моему, это называется Немис. Вот египетское украшение. Тут мы видим сразу же значок Вентуса. Стрелочка направления движения, код оригинальности. Очень крутой вид сферы. Мне кажется, так бакуган даже можно не открывать, потому что он очень красивый. Но все-таки давайте его запустим. Вот он, наш Feral открылся. И только посмотрите, как круто он выглядит в форме раскрытого бакугана. По-моему, очень эпично. Вот тут вот 500B. И такая красивая у него рожица спереди. Вот эти вот ножки выдвигаются автоматически. В общем, очень крутой бакуган. Значок Вентуса также классно смотрится. И ему тоже можно прицепить бакугир. И давайте это сделаем. Вот, друзья, я прицепил сзади ракетницы. И теперь он вот так вот круто выглядит. У него есть еще одно отверстие посередине. Так что можно и сюда тоже прикрепить. И вот так вот классно смотрится этот бакуган с бакугиром. Вот. Это, как я понимаю, кор-версия бакугиров. Вроде бы она так называется. Ну, мы сейчас не на этом заостряем внимание, а на этом прекрасном бакуганчике. К сожалению, долго мы не можем на нем задерживаться, поэтому идем дальше. Итак, вот мы плавно перешли к ультра. Но самое интересное мы, конечно же, оставим на потом, а пока что посмотрим ультра Hydrasa Darkus. Вот, кстати, его карточка 600B и 4 атаки. Вот такой вот крутой арт. И давайте рассмотрим сферу. Мы сразу видим значок Даркуса. Крутые зеленые вставки по бокам. Ну и в целом приятный дизайн сферы. Также стрелочное направление движения. Все, в общем, по красоте. Снизу код. Вот такая вот рожица у нее спереди видна. Кстати, обзор на Aquas Ultra Hydrasa вместе с броней я снимал на своем канале, так что вы можете перейти по ссылке в описании и посмотреть. Ну, давайте не будем медлить, откроем его.
Итак, вот он, Hydras Ultra в открытом состоянии. Ему надо выдвигать ножки. И теперь он полностью раскрыт. Как видите, тут принт 600B. Ножки также крашены в зеленый цвет. Теперь мы видим его зубы, глазки отчетливо. И вот такое вот прикольное у него тельце. Кстати говоря, ему тоже можно присоединить Бакугир, как и всем Бакуганам Ультра второго сезона и некоторым первого сезона. Давайте это сделаем. Я присоединил Бакугир, который у меня был в Даркусе. Это Бакугир Холкера, и вот так он выглядит с нашим Ультра Хидерсом. У него также есть отверстие для Бакугир Кор. И вот так вот это вставляется. Да, мне кажется, можно это снять, это явно лишнее. Вот так вот это выглядит гораздо круче, согласитесь. Правда, ему не хватает собственного Бакугира, это крылья Аквуса, которые присоединяются и опускаются. Ну, если вам захочется посмотреть, можете посмотреть обзор на моем канале. Ну, давайте перейдем дальше, к последнему Бакугану. Итак, мы переходим к Ультра Нилиусу Аквус. Итак, кстати, если ты еще не поставил лайк, сейчас самое время это сделать, потому что впереди тебя ждет очень интересное. Поставил? Продолжаем. Окей, вот она сфера Нилиуса Ультра Аквуса, и вот его карточка. 500B и 3 атаки. Мне кажется, у Нилиуса Ультра очень красивая сфера. Мне нравится, что его вернули крылья свои оригинальные, убрали вот эти вот турбины некрасивые. Тут мы видим значок Аквуса, очень красивые голубые элементы, оранжевые вставочки, вот стрелочка направления движения, тут рядом же код оригинальности, очень красивая сфера, мне нравится она как в Даркусе, так и в Аквусе. Кстати, Нилиус Ультра в Даркусе есть на моем канале, вы можете посмотреть на него обзор, как раз он с Бакугиром. Ну а мы раскроем этого красавчика. Итак, вот он, Нилиус Ультра в открытом состоянии. К сожалению, головы не открываются автоматически, поэтому их надо выдвигать рукой. Но это не делает этого Бакугана менее крутым. У него очень классные раскладные крылья. Вот так вот они автоматически на пружинах открываются. У него две головы, причем с разными глазами, прям как надо. Тут зеленый, тут оранжевый. Вот дырочки для Бакугира. И вот такой вот крутой образ. 500B, как вы видите. Мне очень нравится дизайн этого Бакугана. Мне кажется, Нилиус один из самых любимых Бакуганов второго сезона моих. А в Аквусе так это вообще супер, потому что Аквус моя любимая стихия. Ну, давайте, друзья, откроем Бакугир на нем. И вот такой вот у него Бакугир. Аквус Scorching Swords. Вот так он выглядит в закрытом состоянии. Тут логотип Аквуса и оранжевые вставочки по бокам. Ну давайте откроем. Вот таким вот образом открывается Бакугир. Также сюда можно вставить дополнительные элементы. Вот в эти вот дырочки. И вот так вот полноценно выглядит этот Бакуган с Бакугиром. Очень крутой образ. Мне он, честно говоря, очень нравится, вот серьезно. Наверное, один из самых крутых. И вот, кстати, его карта 500B и 3 атаки. Да, конечно, не супер большой показатель, но все равно хороший. Итак, друзья, давайте подведем итоги и посмотрим, что у нас было в наборе. Во-первых, это 2 кор Бакугана, 2 ультра Бакугана, Бакугир к одному из Бакуганов, далее 8 бакукоров, 4 карты способности, инструкция по сборке бакугана, правила игры, ну и конечно же карты персонажа, это само собой разумеется. Ну если вам надо, еще есть коробка в комплекте. Друзья, прошу, поставьте лайк на этот видосик, подпишитесь на канал и обязательно напишите в комментариях свое мнение и на что еще мне снять обзор. С вами был канал Bakugan Interspace, всем удачи, всем пока.
Вот ты и досмотрел этот видосик до конца. Большое тебе спасибо за просмотр. Поставь обязательно лайк. Итак, что же за конкурс я хочу устроить? Большое спасибо всем за 10 тысяч подписчиков. Это огромная цифра для моего канала. Поэтому я хочу устроить небольшой конкурс на вот этот набор алмазных покуганов. Тут алмазный синдиус, туртониум и монтеноид. Друзья, это очень крутой и редкий набор, который я купил специально для конкурса. Призовое место всего одно, и условия очень простые. Нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий с заголовком «Я люблю Бакуган, потому что…» и объяснить, почему вы любите Бакуган. Обязательно напишите это в комментарии, друзья. Все эти три условия являются важными. Я повторю их в описании, если вы их не запомнили. Итак, этот наборчик я разыграю после того, как окончится карантин. Итоги подведу через 2 недели. Так что, друзья, обязательно участвуйте в конкурсе. Ну а с вами был канал Бакуган Интерспейс. Всем удачи, всем пока.